Всем привет, любителям игры Clash of Clans. Сегодня хочу порекомендовать вам один отличный клан под названием USB. Здесь вы можете найти отличный донат, постоянное участие в КВ, и все участники клана адекватны, в том числе и глава. Так что вступайте, если хотите нафармить себе кучу ресурсов, на КВ, конечно же, и помочь клану набрать очки опыта. Если хотите еще общаться, то этот клан полностью подходит для вас. Название клана будет в описании, ну а мы продолжаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Стивен. И сегодня играем в игру под названием Game Dev Tycoon 3 серии уже. Так, ну что же, в прошлой серии мы уже переехали в новый офис. Наконец-то я дождался этого. Это круто. Так, игровой отчет нашей игры. Так, что там с нашей игрой? Звук кажется весьма важным. Ну да, хорошо, я понял. Я должен нанять уже себе. А, я еще не прошел курс. Точно, тренировка. Управление персоналом. Начать тренинг. Наверное, сейчас пройдем тренинг, создадим еще одну игру. Потому что это у нас была не очень хорошая, да? Где-то там 5 штучек. Оценка по зрению. Сейчас, ну давай, быстрее. Сейчас самое главное не потерять все эти деньги. Все, подниматься. Хорошо, спасибо. Так, создадим новую игру. Тематика будет. Если честно, даже не знаю. Но Дикий Запад давно не был, да? Хотя нет, Дикий Запад я хочу. Нет, Дикий Запад сейчас создадим. Жанр будет стратегия. Выбираем платформу стратегии. У нас на что идет? G64, хорошо, но она у нас упала. Мало уже кто играет в нее, но ладно. Так, называем. Если честно, даже не знаю, как называть. Я даже не знаю, как назвать свою игру, потому что поздно уже. Так, нам нужен комплексный алгоритм.
что там? Так, создаем новую игру. Сейчас мы поднимаемся, да? Создадим кино. Кино, да. Я режиссер.
418 тысяч, нормально. Одна игра просто окупила все минусы. Так, дизайн уровней. Плюс, хорошо. Диалоги там не важны, но искусственный интеллект не важен, да. Все, оставляем. Thank you.